Дружище, я матерюсь. Так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Виндзер. И сегодня мы продолжаем игру The Best Insight. Я, короче, загуглил. И оказывается всего 13 глав в игре. То есть это должна быть финальная. Нифига тут, оказывается, не глубоко. Да. Ладно, давайте исследовать. Я, к сожалению, ничего не могу сделать. Ну, в смысле, инвентарь вообще не могу открыть. До этого, сколько мы не играли... До этого, сколько мы не играли, все эти главы, от нас не зависело исход нашего... Как это сказать? Исход наших действий. То есть, в основном мы что делали? Просто выживали. Убивать нам никого, ничего не надо было. Вот. Все это на самом деле? Опа. Ага. Так. Я слышу лампу, но у меня не лампа, у меня... карманный фонарик. Теперь я Адам, получается, не Николас. Да, смотри, обстановка поменялась. В общем, в игре есть две плохие, две хорошие концовки. Тьма. Блять. Что происходит? Я игру сломал? Я сломал игру? Не, подожди. Да, я игру сломал. Сыка. Как? Каким образом? Я сроду так не делал. Так. Прикинь, игру сломал. Наверное, нельзя было идти назад, поэтому звук лампы оставался, а внешний я изменился. Блин. Ну давай, пошли. Хрен с ним. What's going on? Where's that voice coming from? Ну давай, пошли. Right now? Вот, Adam! Я... Адам! Да, я был прав. Эмма! Эмма, you here? Эмма, где ты? О. А, здесь можно пройти. Чья-то злая шутка это может быть. Я... Не, подожди, я точно Адам? Может, я Николас все-таки? Ну, в смысле... Там же писали то, что Николас лечился в психбольнице. Чтобы от душевного расстройства излечиться. И, скорее всего, Николас всех и убивал. Когда получил раздвоение личности. И в костюме черного, ну, кого, мужчины, короче, с цилиндром, это скорее всего... Ну, короче, да, я, у меня такие мысли. Сейчас мы точно узнаем правду, раз это 13-й гол. Ага, вижу. Опа, агент. Который меня пытался этот. Он специально меня сюда загоняет или чё? Зачем они пытаются вернуть мне память? Зачем этот агент пытается восстановить мне память? Я какие-то тайны храню? Может, это не агент? Это, ну, в смысле агент, но этот... ФБР специально, чтобы я признался, что это я всех их убил. Ну, не факт, короче. Ага, и сразу темнота за мной. Чтобы я назад не возвращался. Этот голос, он настоящий или мне мерещится?
Опять эта дрянь, которую я видел в самом начале, наверное. Ну, в смысле, эта фигня была. Не, я не могу туда пройти. Лампа гаснет. Жаль, нельзя ее этот запитать. Но обычно эта дрянь меня не пускала и била. Я слышу то, чего нет на самом деле. Угомонись, Николас, все будет нормально. Да. Все будет нормально. Все, что ты видишь, это просто воображение. Как и сам Хайд. Долго эта развязка будет идти? А, я не могу вообще пройти. Ну окей. О, вылез. Думал, я застрял насовсем. Опа. Зеркало. Так, здесь тупик, здесь ничего. А здесь что? Туда пока не пройти. Не дает. Слишком высокая кучка. Хотя предыдущий я допрыгивал. Сейчас он по-любому в отражении увидит этого в канделябре, да? Потому что музыка резко исчезла. Скриншот. Мало ли. It's just like... Словно... There's no coming back. Пути назад нет. Погоди. Руки. Он был в другой одет. То есть я сейчас... Не Николас. Я темный Николас. Если я... Или нет? Подожди. Ключ. Очень похоже. Но у него перчатки были. Так что... Не могу ничего сказать. Что такое? Кто... А, это он сидит. Все кончилось, тебе не уйти. Слышишь, тебе не уйти. Все, что ты натворил. Я знаю о твоих преступлениях. Везде, где ты проливал кровь. Но кое-что от меня до сих пор ускользает. Почему? Я не понимаю. Погибло так много людей. Говори, почему? Объясни мне, почему? Вопрос в том, почему это сделал ты? Он причинял тебе боль, знаю. А я закрыл отражение моего отца в каждом... Своего отца в каждом человеке. Мир полон зверей в человеческом обличье. Невинных нет. Зло пожирает их совесть, как рак. Невинных нет. А кто ты такой, чтобы решать, заслуживают ли они жить? Они точно не заслуживают жизни. Просто подумай. Партнер твоего отца, этот старый упырь. Детектив стервятников, впитавшись трагедиями. Мария, вдова шахтера, сломленная изуверка. Жила. И, наконец, наш последний персонаж, судья. Хапуга и отъявленный негодяй. Видал и похуже. Верно, своего отца. Настоящий образчик этой небольшой общины. Я знаю, что они были плохими людьми. Но то, что ты с ними сотворил, я нас защищал. Разве ты не понимаешь? Я спас тебе жизнь. Либо ты просто кровожадный садист, который ищет вину других, чтобы не замечать собственное. Знаешь, что бы ты без меня делал?
Сидел бы в сраной темноте, старик бы ссал на твою могилу, а ебаный Блэкстоун до сих пор кишил паразитами. Возможно, но это не оправдание. Оно мне и не нужно. Выбор прост. Позволь паразитам размножиться и захватить мир, и уничтожить их, чтобы защитить немногих праведников. Тебя назовут психом. И какое же, что умоет руки, спрячется от человечества в сраной пещере? Будешь рассказывать докторам, что ничего не помнишь? Серьезно? Или избавишься от меня? Если избавишься от меня, не раздавят тебя как жука. Думаешь, просто щелкнешь пальцами и все закончится? И меня тут же не будет, точнее. Принять истинное обличие. Отвергнуть злую сущность. Я их всех убил, я не могу принять истинное обличие. Тебя не станет, потому что ты зависишь от меня. Ты меня предал, ты разрушил мою жизнь, и этого не изменить. Поэтому ты станешь очередной жертвой. Надеюсь, последней. Блять, я думаю, зря я это сделал. Да. Мне кажется, я первый выбор — добрый Николас. Порывая с прошлым. Что случилось? Почему я в больнице? Вы каждый день задаете один и тот же вопрос, и это веская причина держать вас здесь, верно? Моя жена Эмма, она... Мы поговорим о вас, сосредоточьтесь, пожалуйста. Я с Эммой, мы ждем ребенка, и какие-то люди пытаются... Пока что ни одна из ваших теорий не была подтверждена фактами. Теорий? Каких теорий? О произошедшем в Блэкстоуне, о произошедшем с вашей женой. И о том, что натворили они. Но я был там, они нас фотографировали, ставили жучки. Я уже несколько месяцев задал вам этот вопрос. Но спрошу сейчас, кто такие они? Я тоже один из них. Месяцев? Они сказали промыть мне мозги? Они — это красные русские коммунисты. Называйте их, блядь, как хотите. Это идет странная война. Какие службы с вами связывались? Возможно, вы могли бы... Погоди-ка. Кто тебе платит, ублюдок? Может быть, это освежит вашу память? Говорил с Дэвидом. В наших рядах советские агенты. Любой может оказаться шпионом, даже близкий друг или член семьи. И... Возможно, она всегда мне врала. КГБ называет таких женщин че? И соблазняет американцев, чтобы добыть информацию для советской разведки. Неужели любовь так сильно меня ослепила? Она не признается. Но я не позволю ей дальше меня дурачить и делать то, что должен. Ты подделал запись? Что ты сделал с моей женой? Признавайся, Режина Жена. Кто ты на самом деле? Эти вопросы вы задаете не вы, а болезнь. Мания преследования заставляет вас во всем сомневаться. Попытайтесь успокоиться и ответить самому себе. Кто вы? Адам или Николас, которым назвались в прошлый раз? С кем я сейчас разговариваю? Долбанулся, я знаю, что КГБ шло за мной по пятам. Я уничтожил ваши передатчики. И это... Ты хочешь выявить из меня информацию? Тебя больше ничего не волнует? Сестра, состояние пациента снова ухудшил. Дайте ему 400 вольт. Ебануться. Ох ты, блин. То есть это он сам все сделал? Ебать. Он и жену убил? Ебать. То есть все-таки я плохую концовку сделал? Теперь я вспомнил. Действительно? Эмма была шпионкой. Я болен. Ну так и получается, раз я ее убил.
Я болен. Эмма была невиновна. А я считал, что она работала на советы. Я убил свою жену, я убил ее. Наконец-то мы продвинулись, Адам. Расскажите мне еще раз с самого начала о своей работе и... Адам? Адама больше нет. Ха! То есть я так усиленно... Закрытая палата, первая концовка, Адам болен. То есть все-таки я сделал... Относительно я сделал... Как бы... Нейтральную концовку. То есть и плохо, и в то же время нормально. То есть главный герой осознал, что он болен. И при том он убил свою жену. Хотя я хотел ее не убивать. Вот. Я почему-то так и думал. Он типа себя замуровать решил или что, не пойму. Он сбежал? Из психбольницы или что, я не пойму. Эта война закончилась, но будут и другие. Ах, да. И вопрос. Ну хорошо, а это нейтральная концовка. По сути его... А как его выпустили из психбольницы, если он осознал, если он вылечился, то что он убил свою жену? Настоящий зверь пройти игру. Настоящий зверь. То есть я отказался от зверя, и все равно я зверь. Гиня... Блядь, серьезно, я не смогу другую концовку сделать. По сути, смотри, если подумать, давай логически рассуждать. Здесь можно как-то звук этот отключить? Приключение стандартный зверь. А я, кстати, все-таки некоторые моменты не смог открыть. Пока, короче, запущу. Там все равно же тишина будет, птички петь, чтобы меня меню вот это со скрипом не отвлекало, чтобы я мысли смог правильно изложить. Where am I? Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no. No, what have you done to Adam? Oh god. War calls for casualties. Так, ладно. Это я пропущу. Слишком долго, короче. Так, все. Короче, в чем суть? Если бы я взял цилиндр, я бы, наверное, ее все равно убил, мне кажется. Нет, я бы ее не убил, потому что я бы мачете в руки не взял. Но там были бы уже другие варианты. То есть, блин, а я даже не знаю, какие варианты могут быть. Ну, допустим, я стал Николасом. А смысл мне ее убивать, если я стал Николасом? Психбольница, что бы я сказал? Там было еще, по сути, три концовки. То есть... Вот, смотри, как это. Первый вариант. Типа ты выбираешь цилиндр или мачете. Второй вариант, это уже доктору отвечаешь. Получается, я мог спасти жену, если бы выбрал цилиндр. Но при этом в больнице бы этот...
Ну, шпионкой вряд ли бы я осознал. Я бы сказал то, что я чудовище. Ну, как-то так, наверное. Ладно. В принципе, на этом все. Жаль, нельзя этот. Все-таки другую концовку посмотреть. Ну, справедливо, по сути, справедливо. Наконец-то закончили эту игру. В следующий раз займемся субнавтикой. Да. Благодарю всех, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, если кому-то оно понравилось. Пишите свои комментарии. Ну и мысли вообще по игре. Кто о чем думает. Жаль, конечно, некоторые тайники не открыли сундуки. Но, возможно, их можно было открыть в промежутках прохождения игры. Я почему-то просто по сюжету бежал. Некоторые места я не проверял. Вот. Так что да. С вами был Дэрил Виндер. Всем пока. Thank you.